Международная конференция по Сирии состоится не раньше июля, а не в июне, как предполагалось ранее. Об этом заявил спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими по итогам прошедшей в Женеве встречи с представителями ООН, России и США. Им по-прежнему не удается определиться с участниками конференции со стороны сирийских властей и оппозиции, которые согласились бы вместе сесть за стол переговоров. Кроме того, в рядах самой оппозиции также нет единства. При посредничестве арабских стран между Сирией и другими странами идут переговоры, цель которых – формирование делегации сирийского правительства, встреча с которой была бы приемлема для оппозиции. Остается неизвестным, примут ли в конференции участие Иран и Саудовская Аравия, которые поддерживают в Сирии враждующие стороны. Следующая подготовительная встреча намечена на 25 июня.